Шучу, на пару процентов, а цены выросли в десятки раз. Отменили выплаты, которые были для пенсионеров, только сегодня я разговаривал с... Вас. Только сегодня с вами разговаривали. Это не только вас, у нас куча людей пришли, которые отменили дополнительные выплаты на хлеб, который давали. А в это время они жрут и получают миллионы. В это время их директора получают от 50 тысяч рублей в месяц. Президент увеличивает себе выплаты миллионы на цветы. И с каждым днем становится все хуже и хуже. И они приведут нашу страну к катастрофе. Нашу страну к катастрофе, в которой мы жили. И страну надо освобождать. Освобождать надо начать митинги в каждых районных центрах. Начать митинги в Бейцах и пойти на Кишинев. И освободить страну от этой желтой позорной власти. Делисия! 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 Слово предоставляется муниципальному советнику, главу фракции социалистов муниципального совета Грани Сергею. Добрый день, дорогие друзья, вас не слышно. Мы сюда собрались для чего? Чтобы сказать свое жесткое «нет» правящему режиму. Демиссия! Демиссия!